закрыли. Там есть объезд. Если есть вообще объезд. Не бережешь совсем. Можно не слезать. Я вообще в метро с ним ехал, а не этот. Только нес. Ужас какой вообще. Thank you.
Thank you.
придется тоже усачимся. Да. Но это спущенные колеса, скорее всего. Посмотри на его колеса внимательно. Они просто хотят забыть.
что-то отстали, вот. Сказали не топить. Ни одного среднего. Thank you.
Проблем не будет. Ну вот, звоню, вибрирует. Да, тоже вибрирует. А это сильнее вибрирует? Где такую резину взял? Что проблема за такую резину? Где взял? Да он нихуя не шарит, блядь, понимаешь? Что это за... У меня инженер есть карманный, блядь. Да он знает, где брать. Я вообще не разбираюсь. Я чем больше такую резину. Я просто спросил, где брать, не знаешь, что я ее хочу. Серьезно? Я всегда за автосервис. Поехали, ребята. Погнали, да. У Вани берите, да и все. Поехали. Налево. Налево.
Нет. Короче, ребята, у нас единственный вариант, это вот туда на дорогу выехать и по ней проехать. Колеска ему бросают, поехали на дорогу. И можно, она не меняет. Давай, бросайся. Thank you.
Парни, тайм-аут.